Ради любопытства школьники едва не пустили под откос пассажирский поезд. Шестиклассники положили на рельсы металлическую трубу и, чтобы зафиксировать ее на месте, обложили ее камнями. К счастью, вовремя заметив препятствие, машинист совершил экстренное торможение. Инцидент произошел на перегоне Рауховка-Березовка. Как объяснили правоохранителям задержанные школьники, им просто было интересно, что же произойдет, если поезд наедет на трубу. А если бы произошла авария поезда? Какие могли быть последствия? Ты думал над этим вопросом? Да. И какие выводы сделал для себя? Больше уже так не буду делать, не с кем общаться. В отношении родителей малолетних хулиганов составлены административные протоколы. Дети поставлены на учет в милиции. Хотілося попередити батьків або вчителів, а також осіб, які їх замінюють, про те, щоб не залишали підлітків на об'єктах залізничного транспорту самих, що може призвести до тяжких наслідків, таких як травмування або заподіяння матеріальної шкоди залізниці.